28 декабря, около 15 часов, на 43-м километре автомобильной дороги регионального значения Ижевск-Сарапул, проходящей по территории Завьяловского района Удмуртской республики, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Kia Sorento. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Ford Focus, девочка 3 лет, погибла на месте. По данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства устанавливаются.